Так говорит Бог Израилев. И ныне, народ мой, вот приближается время, время духа контроля над всей вселенной. Идет великая подготовка к великой брани. Но как народ мой не готов, и как многих поразил страх и мучение. И терзание есть в душах народа моего, ибо нет надежды, нет упования на Создателя. И метутся с одного места в другое, не зная волю мою и не имея ведения моего. О народ, на кого уповаешь? Уповаешь на средства свои или надежда твоя на меня? Ибо испытываю каждое сердце и вижу, кто мечется. Я допущу великие уроны и дам уроки, ибо нужно знать волю мою. И вот ныне говорю, проверяй свое состояние, ибо время меняется, и меняются дни жизни твоей. С великими скорбями будешь проходить день за днем, и будешь говорить: «Господи, помоги!» А небо смотрит, и небо ожидает, дабы ты приблизился. Ибо суета охватила многих, и забыли приходить к жертвеннику и просить о милости. Ибо многие говорят: «Пройдет это время, и будет как прежде». А я говорю: «Нет». Останешься обманутым, если будешь так думать, ибо время короткое и дни считанные. І побачив я великий білий престол, і сидячого на ньому, від лиця котрого втекли небо і земля, і не знайшлося місця для них. І побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги були розкриті, і інша книга була розкрита, книга життя, і судилися мертві згідно з написаним у книгах, згідно з ділами своїми. Народ мой, так хочу відкривати тебе тайни і замисли врага, но ти не можеш вмістити, і ти не слухаєш слов моїх. А борьба великая идет за каждую душу сегодня. Если скажу, что вот враг задумал изменить сущность человеческую, как во дни Ноя сделал, поверишь ли сему? Если скажу, что вот враг задумал человека, мое творение великое, созданное мною по образу и подобию моему, изменить так, чтобы не был более подобен моему образу, а был образом и подобием врага. Поверишь ли? Говорю, народ мой возлюбленный, вникай в слово мое и буду открывать, чтобы не быть тебе уловленным врагом. Ибо не можешь и представить, какое великое обольщение враг задумал, и какое будет разделение среди народа моего на верных и неверных. Пробудись, народ, бодрствуй, и дух мой будет тебе открывать, и укроет тебя от врага, и проведет тебя, и сохранит тебя невредимым, чтобы предстать тебе пред Господом Богом твоим в день посещения Его.